На 15% подорожал уголь перед новым отопительным сезоном. В Комитете индустриального развития озвучили новые цены на твердое топливо. По словам Турара Жолмагомбетова, стоимость будет варьироваться от 6 до 9 тысяч тенге за тонну. Это на карьерах. Плюс перевозка и хранение. Но все равно конечному потребителю выйдет дешевле, чем у соседей, считают в ведомстве. Уголь коммунальный бытовой, к примеру, стоит в России 35 тысяч, в Узбекистане также доходит там до 50, бывало до 60 тысяч тенге. То есть, да, действительно, у нас рост цен есть внутри, но тем не менее, по сравнению, мы являемся одним из самых доступных по социальному углю. А чтобы избежать традиционного сентябрьского ажиотажа вокруг нехватки угля, в МИИР ввели запрет на вывоз этого топлива из страны. Говорят, в минувшем году ряд недобросовестных компаний умудрялись продавать социальный уголь за рубеж. У нас были зафиксированы отток социального угля. То есть уголь предназначен для школ, больниц, садов. Были факты, когда больших объемов уходили в Узбекистан, в Кыргызстан, оттуда дальше Европейский Союз. Нам пришлось принять меры. Это первое, принять приказ по ограничению вывоза автотранспорта.